Дорогие друзья, а это мы с вами на 24 этаже по улице Глумелинская, дом 4. Смотрим на окрестности. Город Уфа, конечно же. Вот это соседние еще три дома, многоэтажки. Тоже такие цветные. Наш такой же цветной, откуда я сейчас снимаю. Мы находимся, напоминаю, на Глумелинской 4. Смотрим, в общем, на окрестности. Вот 24 этаж, высоко. Но здесь вот хорошее такое ограждение. Вообще не страшно стоять. Итак, смотрим. Вот это район Юрезани. Дальше вот видно вот эти многоэтажки. Это район театра кукол. Там проспект Октября. Но это вот, собственно, сама улица Глумелинская. И вот тут окрестности. Смотрим. И частный сектор видно. И Кашкадан видно. Вот. Вот это, друзья, озеро Кашкадан. Район Сипайлова. Вот, отлично здесь видно. Такой вот обзор. Высотища, конечно. Ну что, посмотрим поближе, друзья, на окрестности. Всем приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь на наш канал, друзья, и пишите ваши комментарии. Так, посмотрим поближе на Кашкадан. Отсюда, с Глумелинской 4. Вот оно, озеро Кашкадан в одноименном районе. Вот так его хорошо видно. Вот этот частный сектор, это Старое Сипайлово называется. Но современные дома вот уже туда подальше, за озером. А еще дальше, вон вдали, где три трубы и правее, это все уже район Инорс Док. Дальше вот многоэтажка видна посредине кадра, это район стадиона Гастелло как раз. Дальше уже вон видна Черниковочка. Курочкина гора вот сейчас посредине кадра, холм. Черниковские высотки снова уже видны, вот, сейчас посредине кадра дальше. Черниковская 51 видна, оттуда мы тоже снимали, друзья, на канале есть видео. Дальше вот видна Черника, жилой комплекс, вот сейчас посредине кадра, оттуда мы тоже снимали. Все можете, друзья, посмотреть у нас на канале. Ну и вот дальше смотрим окрестности. Вот дальше видим факел, это район нефтеперерабатывающих заводов. Трубы вот там. В общем, ну виды, конечно, шикарные. 24 этаж. С высоты птичьего полета смотрим. Ну и посмотрим теперь еще вот на передний план. Здесь и частный сектор, и вот это вот домики. Это улица Зеленогорская. Вот это вот. Вот сейчас посредине кадра. Оттуда я тоже снимал. Тоже, друзья, на канале есть видео, можете посмотреть. Вот этот домик посредине кадра. Дальше вот более новые многоэтажки. Это район Уфимского шоссе. Ну и вот тут большой частный сектор. Ну и вот так вот смотрим окрестные дома. Теперь посмотрим поближе на проспект Октября, на район проспекта. Вот это район театра кукол, многоэтажки. Дальше туда уже идет долина, Запелье. Вот это вот здание, это район Юрюзани. Вот. Такие интересные виды, друзья. Вот, кстати, здесь мечеть рядом прям находится. Ну, в общем, занимательно все это. В общем, вот такое обзорное видео. С улицы Глумелинской. Район Глумелина. Район улицы Российской и район проспекта Октября, Уфа. Сейчас у нас октябрь 2024 года. Друзья, всем здоровья и счастья и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всего самого наилучшего всем. Красота!